Привет всем, мои дорогие друзья, с вами я, Фредерико Вуд, и сегодня мы будем составлять жалобу на СПАСовца, то есть это ефрейтор, он стоит на КПП. Я спокойно стою перед парковкой СФА, точнее прямо на парковке у СФА, и на этой парковке у КПП СФА там можно спокойно стоять, и никто тебя не вправе трогать. Я там ждал и смотрю, ко мне выходит вот этот вот один ефрейтор, да, по-моему, ефрейтор. И, значит, начинает на меня гнать, типа, сейчас я считаю до пяти или проваливай. А до этого я случайно упал в воду и выкарабкался из воды, был на территории СФА. Ну, я, конечно же, не хулиган, я не побежал в СФА, я, наоборот, решил выйти за территорию армии. В этот момент заместитель командира ВБО или там ВВО, как сейчас уже их называют там, он открыл по мне огонь. Второй раз, когда я пришел, уже этот ефрейтор начал открывать по мне огонь. Потом я пришел еще раз, и он опять досчитал до пяти и убил меня. Хотя считают до пяти и грозятся открыть огонь, если я имею угрозу потенциальную для входа на территорию армии. Но я не пытался туда зайти. Соответственно, он вообще никак не вправе что-либо мне сделать. Ну вот давайте попробуем еще раз. Вот, сейчас мы попробуем. Вот этот вот Лукас Бейкер. Ну, мы ему сейчас тут будем писать, не обращайте внимания. Ну, вы просто следите за чатом, ребят. Ну, потому что он творит, это, конечно, полностью дебилизм. Я в СФА был старшим лейтенантом, а в ЛВА капитаном, поэтому опыт у меня довольно-таки много в сфере уставов этих и использования грамотного правилами армии и не только. Поэтому я сейчас его просто готов раздавить как таракана. Но я это предоставлю руководству армии или же ФБР, пусть они сами его наказывают и, конечно же, уволят. Ну вот, короче, такие вот дела, друзья. Ну да, короче, вы сейчас сами все видели, дорогие друзья. Я не знаю, как таких людей называть, наверное, ДЦПшниками. Ну куда ты дымишь-то? Ну ё-моё, ну блин, капец, ну вы чего вообще творите? Фу, я не вооруженный человек. Он непонятно зачем вмешивается в чужой разговор. Ну, блин, я не знаю, куда смотрит руководство армии, честно, мне параллельно. Ну, нельзя же такое вот допускать, ну, блин. Пусть они хотя бы по уставу работают строго, если не умеют сами импровизировать. Пусть забинденными словами говорят и текстами, но зачем они так поступают? В общем, друзья, как вы видели, я не предоставлял никакой угрозы проникновения на базу, я был не вооружен, но они начали меня открывать огонь, а этот Тигран Погосян вообще начал открывать огонь без отсчета до пяти. Ну, вот такие вот, короче, дела. Но, конечно, ну вот, то есть, видите, да, ефрейтор, он сам все видел, и он прекрасно понимает, что это не территория базы, вы видите это по радару. То есть это и чисто географически не территория базы, чисто нотариально, так сказать, по теории РП. И, блин. В общем, всем спасибо за просмотр. ФБР увидит. Или руководство армии. Всем пока. С вами был я, Фредерико Вуд.